Короче, всем привет. Сегодня я буду играть на своем бюджете iPad. Надеюсь, не будет у меня лагать игра или видео у меня, чтобы нормально было. Так. Вот. Если вы увидите мою почту, ну ладно, вы все равно не сможете, у меня пароль там. Все равно не знаете, у меня пароль там сложный. Вот, ладно. Пофиг. Ладно. Сейчас загрузка идет. Надеюсь, не будет лагать, потому что на других программах у меня даже обычная игра лагала. А на этой записи я не знаю, и вообще хорошо мне ли слышно. Напиши в комментариях. У меня всего 3 подписчика. Мало, да. То из них один ставит на лайки. Так, вот, все, я зашел. Все. Турнир, вот. Аккаунт, я не знаю, лагает. Вроде я так делаю, мне не лагает. Попробую пойти в закладку бомбу, играть. Вот. Я еще даже не знаю, как монтировать на базе. Не знаю. Я вот сейчас выключу прям. Ну, не сразу это. ФПС у меня, вот, я стою на месте, когда иду, у меня 40 ФПС. Да, это уж слишком мало. Ой, так. Да, давайте покидаем сюда. Я буду просто так проявлять, он обязательный и нет. Вот, вот так вот. Давайте много покидаем туда. 30 ФПС. Вот. И все. Вот, 30 и 40. Наверное, будет лагать, да? Ну, в следующем видео я вам покажу свою настройку. Так, свою настройку. Я сейчас хочу. 6% жизни. Да. Ну, я знаю, сейчас если не записывается, это вообще... Мне придется, конечно, переснимать, ну ладно. Я сейчас попробую доиграть эту катку, то есть все на ВВ, на В, то есть на В. Нет, не пойду. Он его убил очень. Привезем. У меня спирт, соответственно, надеюсь, не лагает. Меня немножко лагает. У меня сейчас на высоких стоит. Стройках. Сейчас, ну, высокие настройки почему-то не так сильно ощущаются. Ну, да, типа, понял, да? Ну, конечно, вообще не мощный, если честно. Ну, Honor 10, да, нормально. Ладно. Хорошо, телефон мне нравится. А, ну, да, ну, 50 FPS. Если я поставлю на среднем, может быть, у меня нормально, FPS нормально будет. Вот. Ну, вот, короче. Запуск, вот. Ладно, я потом закончу запись, просто это пробная запись. Может быть, я вообще ее не выложу, но я буду делать. Давайте. Не погнали, вот. Так, вот тут вот. Я, если честно, нуб, но на планшете я нормальный. Давайте сейчас попробуем на среднем поставить, сейчас на высоких, да? Ну, да. Так, вообще на среднем, 6 FPS.
Надеюсь, мне не вылетит, потому что мне вылетает там где-нибудь. А, 40 FPS. Еще как-то лагает. Прям на жопу лагает. Не знаю, прям жопу что-то лагает. 30 FPS. Давай попробуем. Блин, я думаю, то, что... 45. 30 FPS. Ровно 30 держит. Мне не так сильно лагает, кстати. Еще мне лагает. Надо на 45 встать. Ах. Сейчас. Что-то меня лагает. Если у меня сейчас лагает, значит и на видео надо так сильно очень лагает. Давайте вообще 30-35. Применить. 19 FPS. Сейчас вылетит, наверное, еще. Давайте 120 попробуем. Здесь так. 23, ну 30 FPS, короче, что-то у меня. Не знаю, на что это влияет. Да, у вас меня лагает. Надо поставить, попробуем на 60. Вот ровно 35, 40 был, 45 был. Вот, я стою на месте, нормально вроде бы. А это мне. Ну вот, пока что не лагает. Страшно, что нет, может быть. Пурана. Спендим. Есть. Видите, вам дам пролон на YouTube. У меня, кстати, медальки типа они есть, да. Да. Блин, ну 30 FPS, 29 FPS вообще надо поставить на 60 FPS, потому что мне это лагает сильно. Вот. Вот. Блин. Ну что, так. Не знаю, как это буду учить. 40 FPS. Я ведусь. Вот, снова лагает. Кстати, запись идет, не знаю просто. Да, идет запись, это хорошо. Просто мне раньше 20 FPS 19 еще было. Ну зачем ты? Зачем он идет? Да, он просто не лагает. Ну 40 FPS. Вот 40 FPS мне не лагает. О, все, я запомнил, вот смотри. Я стреляю. Вот, вот. 35. Я стою на месте. 40. Попрыгаю тут, прыгаю. О! Фигаси? Ай, как я хочу. Типа мне понравится такой качество, я буду играть на телефоне, стендов 2, и нет. Сейчас вам покажу быстренько свои скины. Так, заходим. Такие вот такие, да, я еще не знаю, как называется. Такое есть, такие, такие. Ладно, все, уже будет. Вроде все, вроде не так сильно лагает. Надеюсь, на видео тоже не лагает. Ой, за нас. За нас, да. Ну, что-то будет здесь. Ой. Туда кинул. Есть. Я его убил. Так, не дам. Жаль. Так, он на бой идет. Он на бой. Так, тут, наверное. Ну, да, я. У меня уже три. Курира, я уже выйду, нормально. Так, АВМ. Ладно, АВМ ко мне не надо. Вот у меня есть еще АВМ. Вот такая АВМ. Рарка. Вроде бы рарка, да. Ну, рарка, конечно,
книга будет стоить. Я, ну, нет таких прям красивых или крутых слонов. Что мне сейчас выберем? Нет, вон, зачем? Зачем я кину? Вон! Там, короче, если мне надо одного хотя бы убить, наверное. Вот, ой. Наверное, засчитался, потому что я не убил его в голову просто, не пострелял. Инвентарь свой быстренько. И настройку я вам покажу в следующем видео. Ну, где-то, наверное, завтра, ну, или может сегодня. Мне еще надо. Да, я в школе учусь, и мне надо делать уроки. Клево, да? Тоже учились. Так. Вот, у меня такой инвентарь. Вот такая АВМ-ка. Стоит на голду. И давайте еще посмотрим. Ну, 70 центов стоит. А АВМ стоит 1 году, да, 1,30. Вот это М4, М40 Pro.